Здравствуйте, с вами снова я и Финляндия. Вот я уже почти закончила жарить блинчики, решила утром побаловать себя блинчиками. Я заверну туда еще творожок в эти блинчики, это у меня будет завтрак. Время сейчас, видите, 9 час, 15 минут 9. Погода у нас нехорошая. Видите, какая погода? Пасмурная, холодная. Вот. Сейчас я переверну свой блинчик и продолжу свой рассказ. Так, блинчик у меня вот так немножко положу. Сейчас, опа, перевернула блинчик. Беру камеру. Вот видите, перевернула блинчик. Сейчас я вам покажу, какая у нас погода. Вот. Видите? Турку. Минус 4. Ну, солнечно. Но пока солнца я не вижу. Вот осталось тут у меня на два блинчика тесто. Ну, тесто я делаю, как обычно, все. Вот такая мука у меня. Вот молока, такую кружечку. Два яйца использовала. Немножко сахара, немножко соли, немножко соды обязательно. И потом вот чайник у меня закипятила воды. И это тесто я... Вот видите, такой блинчик раз и сюда. И потом это тесто я завариваю. Завариваю это тесто водой, кипятком. Ну, так буквально совсем граммочку. Граммочку совсем завариваю. А, я все вылью. Все тесто вылью. Сейчас оно вот так вот разойдется. Пусть он будет немножко потолще. Ну, там уже на два блинчика и не хватило бы. Вот, поэтому вот один будет. Все. Это все блинчики свои я уже закончила. Сейчас это допечется. А, собственно говоря, я хотела... А, вот я еще использовала такое масло. Ореховое масло, видите? Немножко налила в середину теста и подмазывала. Вот у меня такая салфетка. Обычная салфетка, руки вытирать. Вот. Одну капельку бросила, налила на сковородочку, растерла салфеткой и подмазывала. И видите, вот на пятерке у меня стоит. Вот, на пятерке. Жарю я на пятерке. Это как бы средний. Самая большая у нас шестерка, а я жарю на пятерке. Вот. Обжариваю блинчики только с одной стороны хорошо. Вот видите, со второй они такие у меня светленькие, потому что сюда, в эту сторону, я положу творожок, заверну, а потом на маленькой сковородочке, когда мне надо кушать, я буду обжаривать их до румяненького такого состояния. Сейчас посмотрим этот блинчик, как у нас. Можно его перевернуть или нельзя? Я думаю, можно. Поэтому сейчас я так вот поставлю сюда камеру. Так, аккуратненько поставлю. Ой, как-то так картинка такая не очень. Ну, не страшно. Опа. Вот я его перевернула. Вот. Сейчас покажу вам. Вот я его перевернула. Вот этот блинчик, видите? Вот он у меня сейчас дожарится. Сниму. И... Тогда буду заворачивать творожок. Ну, так вот, что я хотела вам сказать. После вчерашнего видео мне одна моя подписчица написала: вот вы принимаете гормональные мази, у вас на лице будут расти волосы. Ну, милые мои девочки, милые мои женщины, ну, кто вам такую ерунду сказал? Весь мир принимает гормональные таблетки, гормональные мази, гормональные спреи, ни у кого не растет волос. Для того, чтобы росли волосы на лице или на руках, там большой волосяной покров, для этого нужны определенные показатели. Это нарушение гормонального фона. У меня нет нарушения гормонального фона. Я просто пользуюсь, сейчас я открою, покажу. Вот. Я просто пользуюсь этим спреем, потому что сейчас у меня проблема с гайморитом. И также я принимаю вот эти таблетки, вот гормональные, вот видите. Гормональные таблетки. Прогунова называется 1 миллиграмм. Они мне показаны по гинекологии. Поэтому я их принимаю. Принимаю я их действительно уже 13 лет. И ни одна волосина у меня... Вот все уже, видите. Ни одна волосина нигде у меня не выросла. Кто вам сказал такую ерунду? Я просто не знаю. Просто я не знаю. Ну... Знаете, бывает, люди заблуждаются. Нет, ну, может быть, у кого-то и растет волос. Я не знаю. Мне трудно сказать.
Трудно мне сказать. Может быть, у кого-то и растет волос на лице, но это для этого нужны какие-то очень проблемные... Проблема какая-то нужна для того, чтобы росли волосы на лице. Вот, сейчас я вот достану творожок, заверну блинчики, и потом покажу вам, что получилось. На этом пока-пока! Пока!